Я, конечно, очень много писал музыки, посвященной самой нежной теме, которая есть в сердце человека. Это тема любви. Одну из мелодий любви вы сегодня услышали в исполнении Амира. Я вам сейчас сыграю еще одну мелодию любви, которая называется «Объяснение в любви». Это объяснение в любви ко всем тем, кто окружает меня в моей жизни. Объяснение в любви всем тем, кто сегодня со мной в этом зале. Пусть любовь будет вечно греть наше с вами сердце. Спасибо.